У нас за болотом все живут по старой вере. Нет у нас телевизоров, электричества, телефонов. Но старики говорят, что так прадеды наши жили. Кому-то может и скучно, а мне нет. И дяде Саше Лещёву у нас нравится. Только все равно на душе у нас неспокойно. Плохие полицейские ищут нас. Здравствуйте. Добрый день. Полиция. Но мама нас спрятала на заимке. Поэтому полицейские обыскали все вокруг, но нас так и не нашли. Рыжий полицейский тогда сильно разозлился и поджег Николкин с рук. А, да что ж ты? У меня ж воды здесь нет! А еще мне кажется, что дядя Митя за что-то обижен на дядю Сашу. Они ходили в лес, говорили о чем-то. Ты, Настя, оставь покой. Дядя Митя считает, что дядя Саша лучше вернуться в город. Теперь, после того, как бандиты сожгли срок, многие в деревне так думают. Но если дядя Саша все-таки уедет, как быть нам с мамой? Ведь бандиты так ничего и не нашли. И в любое время могут вернуться. Сейчас, это. Где у вас здесь? Везде. Ага, сейчас. Что мы можем? Ищем иголку в стоге сена. Тут этих деревень как грязи. Не знаю, может быть, он в соседнем районе окопался. Мы сейчас здесь разберемся и... Что? Так мы ж там уже... Да, понял. Хорошо, сделали. Ну чего? Чего, едем в город. В город? О, хорошо как. Отлично, то задолбало комаров уже здесь кормить. А чего это шеф над нами сжалился? Не знаю, может, боится, что ты тут все деревни спалишь. Фу. Не, реально, что будем в городе делать? Все то же самое. С самого начала. Шеф думает, что мы что-то упустили. Так а чего мы упустили? А ты что, не знаешь, что мы упустили? Тебе сказать, что мы упустили? Пацана! Диск! Лещёва! Все! Чертям с собачьим профукали! Все, что случилось, в этом нет твоей вины. Это испытание. Испытание. Удобно. Никто ни в чем не виноват, никто ничего делать не должен. А что будет, то будет. Ну вот я же говорил, что ты не поймешь. Да права ты, Настя, права. Только твоя правда мне не подходит. Я из другого мира. Правда, она одна. Всегда. Счастливая. Верить можешь. Все вы здесь счастливые. А я одни беды приношу, даже когда помочь хочу. Саш. Прав, Митя. Я вам с Ваней помочь должен был. В результате вся деревня в опасности. Коська из-за меня погиб. А ты говоришь испытание. Ты не виноват. Так получилось. Значит, плохо получилось. Потому что не на своем месте. Каждый на своем месте должен быть, Настя. Чего ты не понимаешь? Девушка, выходи. Ушли. Точно не тебя искали. Нет, не меня. Ну-ну. Они, видно, никого не нашли. Уж больно недовольные. Да? Значит, они лодку вернули, правильно? Вернули. Так можно их заболотно? А куда тебе спешить? Муж придет, тебя отвезет. Ну да. Ну. Хорошо. Пошли. Пойдем. Давай.
ну что мы здесь опять искать будем? Какой смысл? Слушай, Ёж, ты достал. Что ты меня спрашиваешь? Ну, набери шефа. Скажи, что ты в гробу видал его идиотские распоряжения. А, спасибо, не хочется. Туда не выделывайся, пошли. Будем смотреть видео с камер наблюдения. Опять видео? Я же вам говорила, я журналистка. По заданию редакции собираю информацию о забытых деревнях со старым укладом для журнала. А чё ж вырядилась так, если знала, куда едешь? Отчудная! Отчудная! Зря ты. Не нужно тебе уезжать. А если ты и заметит, то напрасно. О, ни при чем. Пора мне. Остался бы, окрепнуть тебе нужно. Ты еще не совсем здоров. А эти, которые из города, они навряд ли снова сюда вернутся. Спасибо вам за все. Григорий Тихонович, ну что вы молчите? Ну, а чего говорить? Не маленький, поди знает, что делает. Как же мне эта лампа задолбала. Ты туда вон смотри. Чё там смотреть? Мы-то тень. Я уже наизусть все знаю. Пялимся. Я жрать хочу. Что-то я не пойму. Чего-то не хватает. Ну как? Новое что-нибудь увидели? И охота вам по 100 раз одно и то же смотреть. Это я о том же. Слушай, лейтенант. А кто у вас эти камеры устанавливал? В зале ожидания целый сектор не просматривается. Какой? Ну как? Ну вот там, вот. Это, умывальник у вас стоит. Где это все? А, ну да, есть там одна камера. Есть. Но только с ней какая-то лажа вечная. Она с помехами пишет, и ремонтировали, а толку никакого. Ну, знаешь, нам помехи по барабану. Давай, где эта запись? Так, сейчас я уточню. 2 минуты. Давай, пули. Сейчас. Здорово, дядя Григорий. Здорово, Дмитрий. Садись. Ага. Ну что, решил съехать? Ну и хорошо. Я тебя до райцентра подкину. Пойду вещи соберу и в лодке тебя буду ждать. Ладно. С Богом. С Богом, Дмитрий. Саш, не нужно тебе никуда ехать. Все это опасно. Ничего, справлюсь. Фух. Ладно. Передайте от меня низкий поклон Марии и деду Степану. С Богом! Я провожу. Дядь Саш, не уезжай, пожалуйста. Не могу, Ванюшка, не уехать. Не уеду, очень многим плохо будет. Ну, дядь Саш. Но я обязательно вернусь. Правда? Ты береги маму. Хорошо. Ванюш, жди здесь, я скоро. Угу. Да глухо там все. Запарило уже на эти рукомойники смотреть. Да тихо ты. Что, есть, может, какое-нибудь видео с бабенками? Тихо, я сказал. Вот он. Что-то он возле умывальника трется. Малой какой-то с ним. Опа. Так это же тот пацан. Который еще одну прошел? Ну да. Увеличить можешь как-то? Да, сейчас. Ты зажигалка, что ли? Ножик это. Твою мать, это же флешка.
Спасибо. Да не за что. Сколько я вам должна? Подожди. Мы еще не дошли. Да дальше я сама. Ну, раз так. Куда дальше? Значит, смотри. Поднимаешься вверх, потом направо. И никуда не сворачивай. Хорошо. Спасибо. Ой. Что ж ты? Это же тебе не город. Спасибо. Удачи. Пока. Да, маловато будет. Ну да ладно. Ладно. Ты сказал Ване, что ты вернешься, но ведь это неправда. Не знаю. Может быть и правда. Не знаешь. Не хочу я, Настя, уезжать, правда, не хочу. Вы сейчас для меня с Ваней как глоток чистого воздуха, правда. Тогда зачем уезжаешь? Просто не хочу, чтобы вы в страхе жили. Я боюсь за тебя, Саш. Алина. Ты откуда? Из города. Слушай, я знаю, ты ранена. Нормально, нормально, все хорошо. Все хорошо? Чего ты так смотришь? Что, некрасивая? Ну уж извини, на каблуках к тебе не доберешься. Красивая, красивая, просто не ожидал. А, не ожидал. Ты не ожидал или ты не ждал? Настя, привет. Здравствуй, Алина. Александр как раз вот в город собрался. Да, это правильно. Я с Гришным разговаривала. Как он? Да он-то ничего, но говорит, что тебе лучше в город вернуться. Так ты можешь хоть в чем-то разобраться. Было бы в чем разбираться. Я кое-что узнала. Что? В двух словах это не объяснишь. Опять во что-то впуталась? Ну, а как я могла иначе? Пропал мой мужчина. Я что, могла сидеть сложа руки? Саш, Алина только что с дороги. Может, вы пойдете в дом поговорите? Да. Спокойно. Так что узнала? Ну, хорошо, в трех словах. Значит так. Да, обыкновенная флешка. Журналист его явно сбросил. Ну, не знаю, испугался, засунул его под раковину с питьевой водой. А пацан подобрал. Ну, а ножичек такой с секретом. А. Подождите, Алина, вы же говорили. Понял. Да, понял. Ну что, ничего? Догадайся. Ну что, по пацана искать? Ай, молодца! Если ты еще сказал, где его искать. О, черт. Значит, журналист Варгин приехал к нам по делу депутата райкома. Ну да, громкое убийство депутата, это же как раз его тема. Как я узнала, Варгину должны были передать диск с какой-то видеозаписью. Кто-то из группировки Макара. Шнырь. Кто такой Шнырь? Бандит, которого убил Макар. А перед этим, видимо, выпытал, кому он слил компромат. И Чехлов убивает журналиста. Костик прав был. Самое интересное то, что диск у Варгина они так и не нашли. Даже у Заклицкого все перерыли вверх дном, пока искали. Теперь понятно, почему они ко мне пристали. Думают, что диск у меня. Саша, у тебя диска нет? Я даже не знаю, что на нем записано. Дядя Саша, а теперь похож на Огонька? Сейчас другое дело. Правда, у Огонька грело потом. Ну, брат, извини, у меня ножа нет тонкого. У меня нож здоровый. Был бы тонкий, бы сделал. Другой нож? Так у меня есть, я сейчас принесу. Саш, надо ехать в город. Надо поднимать шум. Да можно к прессу подключить. Ну, есть же, в конце концов, нормальные люди. Нормальные люди есть. Узнать бы, где диск. Вот. Держи.
А откуда у тебя этот нож? Так это, я его на вокзале нашел, когда дяденьку убили. А почему ничего не сказал? Я сначала хотел сказать, но потом забыл. Вот это поворот. К чему в этой редакции узнаем-то, а? Общаемся с Алиной Аркадьевной. Хотя шеф считает, что она нас облапошила сейчас какой-нибудь. Глухой деревеньки, с Лещевым. Не зря же у него мобильник вне зоны. Не, ну может просто батарея села? Может быть. Хотя что-то мне подсказывает, что шеф прав. Как же она нас развела с этим медом, а? Как Лохов. Фу, что-то я устал. Давай ты за руль. Значит, они ищут диск с видеозаписью. Это вообще не диск, а флешка. И все это время она была здесь. Простите, я хотела узнать. Дмитрий спрашивает, вы собираетесь в райцентр? Нет, мы остаемся. Подожди, как это мы остаемся? А что тут еще делать? Ты же уже во всем разобрался. Именно поэтому, Алин. Только в деле замешаны люди серьезные и опасные. Я уже Шаталова потерял. Сейчас пора разобраться, кто друг, а кто враг. А как ты это поймешь? Надеюсь, на этой записи люди, которые заказали депутата. Лещев, ты сейчас сам себе противоречишь. Для того, чтобы посмотреть это видео с этой флешки, нужен компьютер. Для этого нужно поехать в город. А здесь не то чтобы компьютеров, здесь даже электричества нет. Да, электричества нет. Ты в Ступино на машине приехал? Комп же с собой возишь? Ну? Я поехал. Нет, не нужно. Если нужно Ступино, пусть лучше Митя съездит. Так безопасней. Да, вы правы. Дай ключи. Где стоит машина, спросите у хозяйки Ступина, она знает. Компьютер на заднем сиденье, в сумке. А он сможет открыть машину? Не маленький. Вот. Подумайте, Лещев далеко не ангел. Капитана Чехлова. За ним много чего, по мелочам. Но ведь он мог и на крупные дела пойти. Нашего Чехлова? Кто-то в управлении стучит. Это явно не я. Лещев на территории клуба. Абсурд. Да я никогда не поверю, чтобы Сашка своего стрелял. Ты знаешь, в каких переделках мы вместе были? Петр Васильевич, люди меняются. Так вы говорите, что компромат у Лещева? Не верю. И я не верю. Да я не знаю. А пока Лещев... Я вообще не знаю, что мне делать. Я к вам поэтому и обратилась. Главное. Ты бы, Петя, к врачу обратился. Постоянно смотришь на часы. От того, что ты будешь на них смотреть, Дмитрий быстрее не приедет. А знаешь, Левчев, мне очень тебя не хватало все это время. Я переживала. Хотя... Я вижу, ты-то мне не очень обрадовался, да? Да не в этом дело, Алин. Алин, просто ты очень рисковала.
Очень рисковала. Если Чехлов и его хозяева узнают, ни перед чем не остановится, чтобы вытрясти из тебя, где я. Извините. Пойду покурю, а то в доме нельзя. Что такое? Ничего. Просто одежда не по размеру. Давай я поищу что-нибудь из своего. Да ладно, и так нормально сойдет. Чего там? Ну почему? Ты же давала мне свое платье там, в городе, помнишь? А, ты про платье? Настя, ничего чужого не надо. И своего я тебе не отдам. Алина, я понятия не имею, где она. На домашний, да и сотовый телефон она не отвечает. Должна была сегодня принести нам материалы, а для выхода газеты, а у нас ничего нет. Я теперь даже не знаю, что нам делать. Я уже начинаю переживать, не случилось ли что-нибудь с ней. Да брось, что могло случиться? Ну, загуляла с каким-нибудь кавалером. Да перестаньте, ну перестаньте. Ну, она совершенно не такой человек. Она очень порядочная и ответственная девушка. Ну что, спасибо. До свидания. До свидания. Удачи. Спасибо. Чего они от нее хотели? Да откуда я знаю, что они хотели? Ну, мужик ее этот в розыске, вот они ходят, вынюхивают все, работа у них такая. Ты лучше скажи мне, чем мы будем полосу заполнять? Аккумулятор на нуле. Ничего. Это же синий бульдозер. Здесь аванс. Правая рука Макара. После устранения Райкова получите остальное. Да ладно. Так, с вами приятно иметь дело. Может, выпьем за успех предприятия? Это святое. Черт, и позарядить негде. Хрен с ним. То, что нужно, увидели. Это был Леонидов? Да, Леонидов. Ближайший помощник мэра. И казначей Макара. Да это же сенсация, Варгин прав. Был прав, стал мертв. Теперь ясно, откуда у них связи в полиции. Думаешь, пушкарь? Не знаю. Здравия желаю, товарищ полковник. Где капитан Чехлов? Чехлов, он вышел куда-то. Куда? К экспертам. Ну вот он буквально сейчас вот... Что вы бормочете, лейтенант? Что за бардак? Не полиция, шляется непонятно где. Что с журналистом? Мы работаем, вы же знаете. Что я знаю? Что я знаю? Что за полмесяца вы не предложили ни одной, хоть маломальски правдоподобной версии? Да мне каждый день, с утра до ночи, из Москвы имеют, от журналистов до депутатов Госдумы. Капитан Лещев пропал вместе со свидетелем, и мы до сих пор не можем его найти. Это я знаю, так? Так. А если так, лейтенант, то ответьте мне на такой вопрос. Какой? За что вам деньги платят? Штаны здесь протирать, да? Вот это вот. Что это? Вещественное доказательство. По какому делу? Товарищ полковник, ну мы же работаем, вы знаете. Что просто... я знаю? Товарищ полковник, там в актовом зале ветераны собрались. Вас ждут. Убрать здесь все. И чтоб это я видел последний раз. Хорошо. Капитан Чехлов появится ко мне. Хорошо.
Че так орать? Ну, Саш, ну что ты все ходишь и молчишь? Может, ты мне расскажешь, что ты собираешься делать? Я правда не знаю. Не, ну мы же не можем вот так вот сидеть, сложа руки. Надо же что-то предпринимать. Отсюда пока уезжать нельзя. А, ну да, да, нельзя. Нельзя или тебе не очень хочется? Понимаю, что я рискую не только собой. Ты извини. Извини, я, наверное, что-то не то говорю. Может быть. Не злись на меня, хорошо? Но только ты как-то изменился, стал какой-то другой, какой-то чужой. Лещев, ты меня еще любишь? Здравствуйте. О, Вань, проходи. Иди сюда. А что это такое? Компьютер. Но ты не игрушка, лучше не трогать. Мы аккуратно. Ты про компьютер слышал? Ну... Ну, в общем, штука полезная. Иногда даже игрушки. Только зарядить нужно. А вот когда не заряженный, бесполезный. А что это? Мой ножик делает в этом... Как оказалось, это не просто ножик, а это флешка. Это долго объяснять. Штука тоже полезная, но... Почему здесь не только наши, а еще другие какие-то буквы? А, это латинские буквы. А наши буквы ты знаешь? Да. Вот В, вот А, вот Н, а вот я. Ваня. Да. Мама, это называется компьютер. Да? Что это вы тут устроили? Да еще мальца приобщаете. Григорий Тихонович, это же всего лишь компьютер. Вижу, что не валенки. Ни к чему, Ваньке, бесовство это. И керосин нечего зря жечь. Вань, спать пора. Угу. Да, Ванюш, ложись спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Угу. Пока, Ванюш. Алина, я тогда вам здесь поселю? Хорошо. А вы, Александр? Я во двор пойду. На сене полежу, на звезды посмотрю, благо погода хорошая. Доброй ночи. Доброй ночи. Вот. Спасибо. Справитесь? Вы тогда потушите потом лампу, да? Да. Спокойной ночи, Алина. Thank you.
душа моя. Саш, где ты? Давай, ой, нет. Доброе утро. Доброе утро. А вы не знаете, где Саша? Нет его. А где он? А он с мужиками на работы пошел. Работы? На какие еще работы? На пожарище. Ну да. На пожарище. Дан? Кто спит? Никто не спит. Ты чё? Да не было этой козы, я бы ее заметил. А тут всю ночь. У тебя там чё? А, ну понятно. А дальше что делать? Ага. Ну давай, позвоню. Жуда. Забирай это и в сторону относи. Слушай, а это только чуть обгорело, может, в дело пойдет? Так, не бегайте тут. Эй, Семен, забери эти. Нечего тут озорничать. А куда колья-то складывать? Слева клади. Вон там, у ямы. У ямы? Посмотри-ка. Кидай. Тяжелая она. Не надо самому. А, Григорий, заберись оттуда. Готов. Я толкаю. А, втроем надо. Давай. Хотите? Как ваши раны? Я это растащу, а ты давай подруби сваю. А там уже ветер убить собрался. Я вон чурбаны тащу. Митяй, ты куда? Митяй! Не-не-не, это выбрасывать надо. Да подождите выбрасывать, да дай я взгляну. Ничего не выбрасываем, в хозяйстве все пригодится. Мать, не мешай. Дмитрий, надо поговорить. Давай поговорим. Я видела, как ты на Настю смотрел. Обыкновенно смотрел. Да ладно. Ты же любишь ее, это видно. А тут Лещев. Обидно, правда? Это мое дело и Настина. Да нет, это и мое дело тоже. Так что? Так и будешь вздыхать и морщиться? Или все-таки начнешь бороться за свою любовь? Ну, что ты молчишь? Настя сама решит, с кем ей быть. Боже, боже мой, какое смирение. Это у вас тут значит так? У нас так, у вас по-другому. И Бог вам судья. Вы приехали и уедете, и все будет как раньше. Да нет. Что-то я вижу, что Лещев не очень-то собрался уезжать. Уж больно ему тут у вас понравилось. Говоришь, все женщины решают. Да у нас тоже все решают женщины, не такие уж мы и разные. Слушайте, я пойду, ладно? Погоди. Ты меня в Ступино переправишь? Зачем? Я думаю, это в наших общих интересах. Посмотрим. Вернулись? Ну, как там дела? Закончили? Да вроде того. Есть хотите? Не откажусь. А Алина где? А что, вам не сказала? Что? Так она в город уехала. Как в город? Ее Дмитрий на лодке повез. Когда? Да часа три как. Настя! Помочь вам?
Где Алина? Она попросила, я ее переправил. А почему мне не сказал? Что я мальчишка тебе докладывать? А если с ней что случилось, а? Подожди, что ты кричишь? Откуда я знаю, что у вас там и как? Давай срочно в райцентр поедем. Мне позвонить надо. Да, это я сам. Хорошо. Давай в лодку. Отталкивай. Васильевич! Да где же вы? Алина Аркадьевна! Петр Васильевич, здравствуйте! Здравствуйте! Что случилось? Я видела Рычева. Как? Где? Что с ним? Да он-то… Да с ним-то все в порядке. Но настолько запутанная ситуация, что мы даже не знаем, кому и доверять. Кроме вас, больше некому обратиться, Петр Васильевич. Успокойтесь, Алина Аркадьевна. Все хорошо. Спасибо. Пойдемте в дом, я вам… Налью чай. Петр Васильевич! Здрасте. Так что, мясо замачивать? Ну что, не отвечает? Нужно предупредить ее, чтобы она глупостей не наделала. Алина Аркадьевна, вы хотели мне что-то рассказать? Что? Вы хотели мне что-то рассказать? Я мобильный телефон забыла в машине. Телефон возьму? Алина Кань, из дома можно прекрасно позвонить. Она не говорила, что собирается делать? Да вроде нет. Хотел кому-то позвонить, но потом передумал. А кому могла позвонить? Я не знаю. Если только Гришину. Если так и дальше будешь молчать, я тебе… Ты смотри на меня, когда я с тобой разговариваю! Чехлов, отвали. Видит Бог, Алина Аркадьевна. Я не хотел, чтобы так получилось. Но жизнь полна неожиданностей. Гришин слушает.
Петр Васильевич, Личев беспокоит. Кто еще раз? Плохо слышно. Это Личев? Саша, не верь ему! Саша! Это Алина? Алина у вас? Спокойно. Да, это Алина Аркадьевна. И она у меня. И теперь ее жизнь целиком зависит от того, как ты себя поведешь. Дело в том, что мне очень и очень нужна эта флешка. Та самая, которую пацан подобрал. Ты понимаешь, о чем я? Мои ребята подустали бегать за тобой по лесам и болотам. Так что подумай и приходи сам. Уж очень не хочется допрашивать Алину Аркадьевну. Ну, тихо, тихо, не дергайся. И портить ее нежную кожицу. Ты меня понял? Хорошо, жди. Я скоро буду.